Вести Томск. Компания «Газпром Трансгаз Томск» отметила 35 лет со дня своего основания. На торжестве в честь юбилея приняло участие более 1000 ветеранов и работников газотранспортного предприятия. В этот день газовики принимали поздравления от руководства «Газпрома», от своих коллег и от глав территории, где сегодня работает «Газпром Трансгаз Томск». Все подробности далее. Осенью 1977 года голубое топливо Обского Севера было подано на Новокемеровскую ТЭЦ. Это событие ознаменовало завершение строительства магистрального газопровода Нижневартовск-Томск-Кузбасс. С этого момента началась новая жизнь для предприятий металлургии Кузбасса. Мы не зря потрудились свои 25 лет здесь, чтобы продвинуться дальше и как бы охватить всю территорию Восточной Сибири и Дальнего Востока. 35 лет назад, воплотив пионерную идею по транспортировке газа, томские газовики продолжают оставаться первопроходцами. Всего лишь за последние 5 лет все системы магистральных газопроводов оснащены телемеханикой на 70%. И именно в Томске председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер произвел первый дистанционный запуск электроприводного газоперекачивающего агрегата компрессорной станции «Володина». Сегодня газ в Петропавловске, газ в Хабаровске, газ в Южно-Сахалинске, газ в Владивостоке. И сегодня это привычно, так же, как и на Алтае, как в Новосибирске, как в Томске. В настоящее время работа предприятия сосредоточена на двух направлениях. В Сибири идет реконструкция магистрали, а на Дальнем Востоке ведется обслуживание газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, построенного в прошлом году. И снова, как и 35 лет назад, освоение новых территорий, проектирование новых трасс. Сегодня в нашей компании самое дорогое и ценное – это люди, это коллектив. Коллектив, с которым можно идти в любую разведку, в любой бой. «Газпром Трансгаз Томск» сегодня – это эксплуатация 9000 километров газопроводов. И это команда из 6000 человек, которые в круглосуточном режиме отвечают за свет и тепло. От Иртыша до Тихого океана, от Нижневартовска до Горно-Алтайска. Сегодня большое событие у томских мусульман. Открылись две белые соборные мечети в поселке Тахтамышево. Мечеть построена.